как такое возможно, почему мой муж оказался в лесу на своем личном автомобиле? Почему в лесничестве... Оказался на личном? На личный автомобиль. Угу. Почему никогда в лесничествах нету запчастей, ничего нету? Угу. Все машины у них вечно сломанные. У них ничего там нету. Почему директор лесничества, когда мой муж пришел писать заявление на увольнение, почему он ему не подписал его? Почему они сказали, что они его вообще якобы не видели, это заявление? Почему они так делают? Мое личное мнение, что виноваты они его. Ваш вопрос законный, что касается технического обеспечения лесничества. Вопрос правильный. Все, кто так или иначе сопричастны к этой трагедии, вот вы говорите, директор лесничества, они будут привлечены к ответственности. Филиалы, получается. Филиалы. Они будут привлечены к ответственности. Вот что мне ребенку говорить? Он ищет отца. У нас кредит, мы взяли кредит. Как я на работу выйти не могу, никуда, ничего. Вот как мне жить дальше? Я что могу сказать? Вам будет оказана материальная финансовая помощь, отца семейства не вернуть. Но что касается содержания вашей семьи, ребенка, это будет на моем личном контроле. Я сделаю все возможное, чтобы вы не нуждались.